Чтобы на
концерт вообще, кто-то слушал мои песни. Ну, мечты должны сбываться. И самый большой подарок, я еще раз говорю, это, уважаемые зрители, вы. Спасибо огромное.
Они вообще отвлекают. Ну покажите. Я не могу понять, куда смотреть вообще? Ну пустым мне не надо быть. Ладно, давай, давай, давай. Вот так будет быть. Девочка моя, прошу тебя, танцу от мала. Девочка моя. Thank you.
Мы сотнемся,
И что это было только что? Танец? Ну-ка, руби. Oh,
Thank you.
вот же номер 3. От ребят, от благодарных слушателей. От избавителей колонии номер 3 лично себе подарок. Аплодисменты, аплодисменты. Теперь у тебя все уже, ну ты еще. У меня теперь только пакет остался, скажу нам. Молодец, Рафаэль, молодец. Года старше Радика, поэтому могу сказать как брат, но ты зато на 2.5 раза больше меня. Вот, оставайся всегда таким крупным, красивым, ухоженным. Ага. Аплодисменты, с днем рождения, всегда.
песня, она нашей сцене, вы думаете, сейчас надо, вот, да? Подождите, вы что? Знаете, кто приехал?
Да вы не представляете. Это легенда. Легенда нашей страны. Татаро-башкирской страны. Пацаны, кто там за полицию с микрофона дает? Правильно, с микрофона давайте. Знаете, я вот когда... как вам сказать, правильно говоря? Он никогда не стареет. Походу, мы стареем, а он не стареет. Вот, как раз Боже сказал. Вот. Давайте, друзья, под ваши аплодисменты на сцену приглашаем Айдар Галимов. Я так понял, Алмаз. И сами здесь. Здравствуйте. Я так понял, что я что-то испортил. Появился. Уфтама должна была быть сейчас. Нет. И вдруг я. А я Уфтаму не пою. Нет. И сейчас самая легендарная песня «Eight Hour Long». Да. Поехали. Можно? Давай-ка «Eight Hour Long». Ну, давай, Семену, давай! Уфтама еще сам поем. Уфтама еще здесь. Я не могу, а у вас не знаю.
Yeah.
Собирайте, собирайте, говорит, подарок.